Всем привет и добро пожаловать в игру Ninja Screed, Credo Ninja. Так, что у нас сейчас есть? У нас есть война демонов. Не, войну демонов мы проходить не будем, это не очень интересно. Так, арена, прокрасться. Ну, давайте прокрадемся, начать миссию. Убрать всех врагов. Так. Надо бы как-то убрать их так, чтобы незаметно было для других. Не, нельзя так сделать. Но можно побыстрее завершить эту миссию. Та-да! Прям челочку, в челочку. Точнее, хохолок. Подрезали немножечко. И двойная награда, как обычно, забираем. Так, получили награду и пошли дальше. Что же у нас теперь? Что же у нас тут такого? Ну, давайте. Ну, стрельбище. Не хочу тратить алмазики, не хочу. Список целей, ежедневные задания. Ежедневные задания. Лук, кровавая роза. Нужно использовать это оружие в миссии. Покажи мне, как ты будешь его использовать. Цель. Убрать определенное количество целей. Окей. Это не проблема. Не проблема. Ага. У нас здесь проблемка нарисовалась. И... уже нет никакой проблемки. Все здорово. Мы не попали, кстати, хедшотом. Что ж, понеслась дальше. Посмотреть рекламу. Я не хочу посмотреть рекламу. Так, какие у нас еще есть миссии? Стрельбище там нельзя. Основной сюжет. Основной сюжет. Ну, давайте основной сюжет. Надо же проходить как-то вообще эту Мексику, чтобы открыть следующий уровень. Так, что у нас здесь? Ремонтный двор. Человек, берущий ведро с краской. Завершить основную миссию. Человек в костюме без использования орлиного глаза. Человек в костюме. То есть человек в костюме, ведро с краской. Человек, берущий ведро с краской, человек в костюме. Человек в костюме есть. И человек, берущий ведро с краской. Кому он краску-то несет? И почему так долго? Побыстрее нельзя? Ау-у-у. Давай-ка побыстрее. Кому ты отдаешь ведро с краской? Или мы убрали того, кому ты отдавал? Непонятно. Человек, берущий ведро с краской. Берущий ведро с краской. То есть кто-то должен взять ведро с краской или... Но он ходит, гуляет с ведром с краской. И чего? Все, я провалил миссию, что ли? Не надо продолжить. Вы потеряли цель. Миссия провальна. Цель – очистить красный контейнер. Непонятно вообще. Миссии очень непонятны здесь. Повторить. То есть цель – берущий ведро с краской. Добро пожаловать на ремонтный двор. Видишь человека с ведром краски? Он шпионит за Насером. В пользу Миллера. Убери его. Окей. То есть не человек, берущий ведро с краской, а человек с ведром с краской. Ну и плюс человек в костюме еще убрать. Человек в костюме. Плюс человек с ведром с краской. Та-дам! На тебе. Через ноздрю. Попадание в ноздрю. Все,
Завершили все. То есть, вообще очень странные миссии, конечно. Перевод очень корявый. Так, ну что ж, награду получили. Продолжаем. И у нас здесь есть код, который мы сейчас и используем. Так, апгрейдить нам ничего не надо. Код выкупа, так называемый. Странный, конечно, перевод в этой игре. Ну да ладно. Так, Y. 7-3. Надеюсь, это 3. А. 3. L. Y. 8. X. Y. 7-3. А. 3L. Y. 8X. Ну что ж, подтверждаем. Та-дам! И получаем награду. Так что будьте аккуратны, вводите правильные символы, забирайте награды, используйте код, забирайте награды. Пустячок, как всегда, приятно в любой игре, когда дают какие-нибудь награды. И это всегда приятно. Что за лидер? Начать миссию. Ага. Лидер области. Нажмите, чтобы продолжить. Красота. Что у нас за лидер? Лидер области, крестный отец чего-то там. Окей. А цель — Миллер. Он создал мощную банду, торгующую нехорошими вещами. Устрани его, стань новым лидером и верни настоящий мир. Угу. Какая у нас интересная миссия. Так. Та-дам. Видимо, сильный ветер. Ничего себе. А как это... Все, что ли? Это было несложно, а? Да, это было вообще легко. Ну что ж, продолжить. Крестный отец банды Миллер. Вот это красота. Новый лидер области — Сокол. Ну что ж. Ну что ж, с лидером области расправились, и мы теперь новый лидер области. Открыта новая область. Вы разблокировали Бразилию. Нажмите, чтобы продолжить. Окей, то есть у нас Бразилия разблокировалась, и мы теперь можем играть на этой карте. Область 3, Бразилия. Лидер — Луис, правящая сила. Но нам пока это не интересно, у нас здесь основной сюжет есть непройденный, так что, по идее, надо бы проходить основной сюжет. Ну, например, миссию какую-нибудь сейчас пройдем. Так, убрать предателя, человек, которого обыскивают. Местный детектив расскажет вам местонахождение, но эти люди ему не верят. Сокол, убери человека, которого обыскивают. Нам не нужен предатель. Завершить основную миссию, не привлекая внимания. Завершить миссию, убрав менее одного человека. Менее одного. Так, не сказано, что нельзя использовать Сокола, так что мы используем Сокола, и он нам подсветит нашу цель, надеюсь. Ага. Все? А мы привлекли внимание. Да, мы привлекли внимание. А интересно, а как сделать так, чтобы не привлекать внимание, завершить основную миссию? Так, посмотрим сейчас. Так, как же вообще выполнить эту миссию? Вернемся на эту миссию. И посмотрим вообще, что же произойдет, как его убрать, не привлекая внимания. Наверное, когда он куда-нибудь будет подниматься, или когда он куда-нибудь пойдет.
А есть у нас тут какие-нибудь такие, а, бутылка. Нельзя. Человек, которого обыскивают. Окей. Его обыскивают. Он куда-то идет. А теперь мы привлечем внимание или нет? Да, привлекли внимание все равно. То есть, когда же он... Куда он вообще должен пойти, чтобы мы не привлекли внимание? Потому что завершить миссию, убрав всего лишь одного человека. То есть надо либо каким-то образом их отвлечь чем-то, либо он должен куда-то дальше пойти, и только там его можно убрать. Ну, думаю, что не буду сейчас экспериментировать с этим, попробую поэкспериментировать позже. А на этом всем спасибо за просмотр. Успейте использовать код, потому что действовать он будет 1, 2, 3 дня. Не знаю, то есть в данной игре они как-то хаотично вообще, то есть непредсказуемо, сколько по времени они действуют. И всем пока, до следующих видео.